Дорогие друзья, здравствуйте. Ну вот мы профигачили 1700 километров и находимся в городе-курорте Анапа. Едем в сторону Порт-Кавказ, чтобы посмотреть, как строится наш мост на Керчь и посмотреть, где находится скамейка Валуева, лопату его найти, попытаться помочь при строительстве и посмотреть Крым. Переночевали мы в Новороссийске, в прекрасном 9-звездном отеле за 1200 рублей номер. Переночевали нормально. Сероводородной ванной. Да, сероводородной ванной. Короче, все было красиво, хорошо. И самое главное, за весь путь мы показали, какие дороги у нас в Брянской области на самом деле. Какие дороги в Орле, в Орловской области, соответственно, в Липецкой, Воронежской, в Ростовской и, наконец, в Краснодарском крае. Я надеюсь, вы увидели, и мы будем освещать всю дорогу и делиться с вами новостями солнечных российских мест. Все, Гарри, отключай. Передать их сумели. На кнопку нажимать.